Всем доброго времени суток, с вами Александр Кондрашов, и сегодня мы начинаем проходить игру под названием You Are Empty, ну или Ты пуст, или Ты пустышка. Короче говоря, это игра от украинских разработчиков, какая-то жуткая трошанина, шутер-хоррор от первого лица. Я ее, в принципе, про нее мне несколько раз писали, говорили, что типа, ну игрушка довольно угарная и неплохая, стоит в нее поиграть. Я так типа давно уже тоже в нее прицелился, в принципе, почему бы не пройти. Я, собственно, сейчас... собирался писать Клайв Баркер с Джериха. Он у меня установлен, он у меня проверял, он у меня работает. Я доходил до первого там, ну, побегал немножко, пострелял, то есть все работало, все было нормально. Сейчас его запускаю, он не загружается в меню и вылетает. То есть заставки там, в начале две заставки, после меню, на меню он не загружает. И ни в какую, и все вообще. Поэтому я сейчас его перекачиваю и вот поставил. Я не помню, у меня просто стоял в этот момент в виртуальном этом приводе диск. Возможно, он без диска нормально не запускается. И хер его знает. Надо, короче, сейчас попробовать. То есть скачается заново. Я попробую диск подрубить и еще раз запустить уже установленный, я пока не удалял. Если не будет работать, значит, надо переустанавливать и по возможности клаеву, значит, проходить за один заход, потому что он у меня работал. Но пока нет. Это, в принципе, наверное, возможно, в каком-то смысле стол. Ну, посмотрим, когда-то, в общем, куда-то что-то, если я это выложу. У меня, естественно, есть, я здесь немножечко уже тоже проходил по это, но играть будет с самого начала. Короче, это игра, говорю, от украинских разработчиков. Она, в принципе, я смотрел английские ролики на ютубе про нее, ну, начало тоже. Там они говорят все равно по-русски и все равно все надписи, ну, только надписи по-английски, поэтому я полностью русскую версию поставил. И, в принципе, то есть, там, не знаю, игры типа вот когда отечественные, там, не знаю, сталкер, как бы, допустим, буду когда-нибудь проходить, тоже нет смысла его. Это жуткая клюква, это, скорее всего, пойдет в раздел трэша, плюс ко всему еще вот, ну, посмотрим, короче говоря. Я прошел там первый уровень, а она, в принципе, такая, ну... Ну, такая, вот. Так что моя опухшая рожа приступает к прохождению. Так, ну, естественно, на среднем уровне. Естественно, за окном Сталин, чтобы не дать... Сразу, чтобы было ясно, дело, где дело происходит. Он что, проседает несколько местах? Внимание! Говорит Москва! То есть у меня еще служба где-то на дежурном объекте. Все, судя по рабочему и колхозу, который... Короче, это на ВДНХ в Москве такая фигня. Город не назван, но... Арка была входа в ВДНХ. Как бы продолжение до практической деятельности. Да, и говорят с легким таким акцентом. Вроде грамотно в игре. Но просто с таким акцентом. Наступил исторический день. Так, ну там версия, так, в общем-то, одна по большому счету. Отличается только на локализации надписи в меню. Тявая игра. Еще почему-то она довольно долго грузится. То есть вот эти вот загрузочки, они сначала быстро... Я тебя хотел похвалить, но ладно. Заполняется при загрузке быстро полоска, а потом сидишь и ждешь, пока оно все загрузится до конца. Не знаю, короче, что-то где-то. Возможно, мне надо опять разобрать про пропылесосить, потому что это были где-то месяцы, то и больше назад уже пылесосил. Но вряд ли из-за этого игра перестала бы запускаться. Все бы начало проседать и тормозить. Здесь просто причем какие-то очень рандомные моменты. И здесь вообще анимации, честно скажу, очень странные. Что у самых, ну, врагов еще более-менее, а вот именно персонажа от первого лица,
Прям очень странная анимация. Так, сейчас надо такое делать мышкой. Нет. Вот, она очень здесь резкость большая. Ну, собственно, вот. Вот мы очнулись в госпитале. Собрать в ряды общества Красного Креста и Красного... чего? Красного... полумесяца, наверное. Добьемся новых спортивных успехов. А, я говорю, в принципе, это хоррор. С перетяжки наебнем. Вот, и... выполнена-то она не так уж прям уж, чтобы плохо. Кстати, я не видел в прошлый раз. Я вообще-то сценку с квартирки Джона помню, когда он к окну подходит, разворачивается, а там бабку какую-то из окна выкинули за его спиной. Вот, то есть сугубо комедийную. Так что еще-то, я что-то еще хотел, прежде чем начинать, сказать про эту игру. Ну ладно, короче, если я что вспомню, то будем. То есть это именно полное прохождение, я хочу целиком пройти. А, единственное, сейчас давайте мы сразу, я забыл. На всякий случай, у меня здесь все стоит как надо, да? Да, да, ага. На взгляд использовать вперед-назад. То есть оружие я проспылил, ну неважно. Чтение F1, быстрое сохранение F5, быстро, нет, загрузка F7. Чтение, тогда чтение документов я на тап поставлю. То как-то. И предыдущий документ пусть будет Дыцк. Дыцк. Следующий Дыцк. Так, а что у меня начинает стрельба, да? Атака. Вот. Во. Я просто хотел убедиться, что здесь нет шифта. Да, его здесь нет. То есть запускал. Она у меня, наверное, уже с месяц торчит, как на даче, собственно. Открой, пожалуйста. Я как на даче был, когда вот записывал, что я там на даче записывал. Project AGI мы с другом писали. Вот тогда же я ее и поставил чисто себе, чтобы. Цикленный звук. Уже к нему не пойду. Не люблю, когда люди строят из себя, типа, боже, что же дальше будет, я же не знаю, я же проходил эту игру всего 10 раз. Сука, я этот уровень проходил, я особенно строить из себя ничего не буду. Ага. Я так не помню, где я получу первое оружие. По-моему, вот этого чувака я уже забивал. То есть оружие у меня уже даже так, я пока не буду брать. А, оружие... ага. Подожди, даже он бок не стоит. Блять, сука, ты что ногами легаешь, кобыла? И у нее... как там, кажется, из-под кофты у тещи выпадает сосуд зеленого стекла. Голос. Мать честная, вот дела, теща вроде родила. Неплохо так. Ни ребенка, ни зверушку, а бутылочку, литрушку. Жалко, если там вода. А, ну давай, иди сюда. Жек. Да. Такая кривоватенькая игрушка. У меня, кстати, 99 максимум процентов, не 100 почему-то, а 99. С оригинальным ничего не скажешь, почему-то вот так вот. Так. Сейчас, да. Маша, ключ от двери у вахтера в подвале. Вилен. Маша, ключи от двери в подвале у вахтера. Ну, вы чувствуете, да? Акцент прям такой явный. На углу глаза один волосок, это вообще как будто в коридоре кто-то так прошел. Все, здесь никого нет, здесь никто не должен ходить. Это, конечно, способствует атмосфере хоррора. Я ничего не спорю. Так, здесь можно? Нет, окей.
И какие-то анимации дерганые, как-то вот он кьет, и вот не знаю, вот вообще какая-то игра вот. Опа, вот 30 FPS и все, она вроде как нормально, 60. Да блять, выйди ты! А, кстати, я забыл сказать, кого мне эти медсестры напоминают. Это они мне напоминают не Silent Hill. Это если кто у меня на канале мало ли не смотрел, есть такая игра Dark Apes The Fate of Devolution. Вот просто посмотрите, вот это вот медсестры, они как будто прямо оттуда. Но лучше, конечно, сделано намного. В Dark Apes там было все очень плохо. Это тоже, конечно, трешачок. Но там это был вообще ультимативный абсолютно трешачок, так что. Ну, естественно. Да, иди сюда. Как же, чтобы не заспавнился кто-нибудь. Ну и че? Че? Видите, как FPS проседает у отдельных предметов. На ноге, кстати, какая-то. Блять, у него кости нет. Ах. Так, кстати говоря, у меня же есть F5. Почему не пользуюсь F5? Мужик. Как он меня доставал? Я же вроде отходил. Там во дворе. Стекла мутные, разобьешь, хоть видно, что-то становится. То есть, наверное, все равно буду клавиатуру потом писать, потому что, ну, видимо, я надеюсь, что она будет у меня нормально работать. Я уже настроился. Сейчас я буду такой писать Клайв Баркерс Джериха. А мне сказали, хер тебе в рыло сраную. Давай, давай, я пока коляска пошли, давай будешь меня защищать. Ну, коляска, блядь. Ну ты, бледеныш. Пошел нахуй. Пошел нахуй. О, отлично. Пошли дальше. Извини, я вспылил. Был неправ. Это не повторится. Пошли. Я все равно тебя люблю. Сука, блять, ты всю жизнь меня разрушила, мразь ебаная, сука, блять, ненавижу. Это была миниатюра «Любящий муж». Вы знаете, ты самый, который... Не, но он меня все-таки любит. Да, он меня регулярно избивает, но он меня все-таки любит. Он говорит, что он жалеет о том, что он сделал. Если вот вы знаете у кого вот эта вот миниатюра в жизни, лучше куда-нибудь сообщите в нужные органы. Для начала с человека, конечно, поговорите, но... Так, что там у нас сейчас? Есть кто? Темно, блядь? Ну вас трясется! Как обычно. Есть темно, и вообще ничего не видно. Да, еще можно сделать вот так. Ага, на ключи уволок. Они еще друг с другом здесь дерутся, враги. Кирку, к сожалению, брать нельзя. Это, видимо, молочница баблюга была. Вот эти молочные бидоны валяются. Озверела баблюга совсем. Озвереешь, сидячи, как в углу тут. Сколько она, блин? Пистолет тоже интересный, 9 патронов. Я не знаю, на самом деле, у него столько было или нет. Я не слишком силен в оружии. Ребята, я ж помню, у вас у кого-то ключ. А, все, типа, стоп. Damn, she's a hot tish. Damn, baby, you're a hot tish. Возможно, ты пойдешь на превьюшку. Играет, я не против. Так. Нет? Так, сейчас я вспомню про. А, во. Угу.
Не забываем жать мы F5. Та-та-тан, та-ра-тан, та-ра-ран. Дик? Сам ты дик, зачем ты меня матом ругаешь? Совсем охуел? Да-да, страшно. Страшно. Че, это что, сменщица бабню, как он? Молочницы, баба Глаша. Ебать, она такой крик был, как будто он метров с 500 вниз упал. Мужик, ты переигрываешь. Так, ну у меня нет ключей от машины, окей. Маша, ключи от двери. Угу. Даже какого-нибудь инвентаря нет. Вот. Может, я какую-то записку забыл прочитать? А? Ну какого ж хер-то? Ну-ка. Че? Он как вообще, что она проседает? Она сейчас не проседает. 60 FPS. Ну такое впечатление, что сейчас такой FPS 30, причем до 25 даже. А значок 60 стабильно показывает. Никаких. Угу. Здесь особо не было никакой вступительной этой. Я просто не хочу. Я, по идее, читал, про что эта игра. И то, что там с персонажем случилось и так далее. Вот. Но, возможно, просто дальше будут какие-то записки, какие-то поясняющие эти, и нам что-то все-таки расскажут. И поэтому я не очень хочу это сейчас говорить. Получится, что спойлер. А если не расскажут, то это пиздец. Ну тогда я вам в конце расскажу, что я прочитал в Википедии. Хотя это, конечно, довольно странно. Погоди, а куда мне? Видите, у собаки как будто тоже FPS просели. Почему? Why the fuck not? Еще знаю, что был разбор в этом в рубрике разбор полетов, это было на 100 гейме. Да ты умрешь или нет? Но я специально не смотрел тоже, чтобы себе не спойлерить. Вот пройду, тогда посмотрю. Че, крики такие тоже а-ля обезьяны. Да ты охуел, ты сдохнешь какая-нибудь или нет? Заебал. Да, теперь спиртягу из-за тебя бухать придется, сволочь ты такая. Говно! Черт, как же я скучаю по этим дням. Когда я сидел, придуривался, изображал себя то, чем я не являюсь. На канале было 1,5 калеки. Шучу, конечно. Не настолько сильный, поэтому скачаю. Зато у меня тогда не было крутого компа, и не мог поиграть во многие игры. Я, кстати, уже решил, что я буду проходить после той трилогии, которую я вот сказал будет после Сириус Сэма. Ты скажешь, у меня сейчас после Сириус Сэма будет другая трилогия, и вот что будет после той трилогии, я тоже уже решил. Во. Я, собственно, уже сейчас бы хотел начать это проходить, но надо придерживаться хотя бы этого порядка. Иди сюда, блять, дай мне бухнуть, а? Это... Чайник нет? Ну иди сюда, давай. Он так умирает когда-то. Типа так. Да. Open up. Вот смотрите, вот он еще даже до меня не дошел, а урон по мне уже про это. Это нехорошо, ребята. Это называется читерство ебаное. Вот так и запишите в своих журналах. Читерство ебаное. Не собираюсь я мириться с этим говном. Пососите, писос. Читарюги. Да, погоди. Погоди, постой. А там тогда что? А там.
потрошки и все. Серьезно? Возьми. Да что ж такое-то? Сейчас патроны беру, а особо больше не... Надо, кстати, посмотреть, возможно, просто больше 35-то не берет. Окей. Я вообще понимаю, при каких обстоятельствах такое могло произойти, но окей. Возможно, как обычно, виноват Сталин. Я не знаю, понимаешь, смысл вот это прицеливание, потому что все равно остается точка на экране. То есть, ты, если бы ты прицелился именно... Вот чем? Вот меня мушкой целятся или... пизда. Ну ладно. Процедурный кабинет? Давай. Надо вот так подойти, чтобы сработать. Да я не лезу без очереди. Ну что вы так? Лучшее туалетное мыло. Рекорд. Андрей, нам доставили новую вакцину в опломбированных металлических контейнерах. Никаких подробностей. Акцент. Описание и инструкции по применению находятся в запечатанных конвертах. Я предполагаю, что сыворотка будет использоваться для вакцинации населения в экстренном случае. Я даже не знаю, вешать камеру в правый угол. Нет. Андрей. То есть здесь слева появляется только надпись «Игра сохранена», и вот это вот, типа, что я взял новую записку, но само по себе это ни о чем. Короче, посмотрим, ладно. Если там больше ничего важного появляться не будет, я, конечно, повешу в левый угол, он гораздо удобнее для... Спасибочки. Да, и патрон он вроде не выкидывает, я это проверял. Вот это мы видели, если вначале мужика выкинули из окна. Ауч! That вот hers. Was hers. Блять, больно, короче, мне было. Вот. Дай патроны. Хотя, возможно, надпись «Игра сохранена», она критически важна, вы будете знать, что я сохранялся. Что если потом будет такой, да я ж сохранялся, какого хуя, чтоб не было, да не сохранялся, он врет все. 1, 9, да, все, то есть он патроны не выкидывает. Это хорошо, потому что знаем мы игры, в которых было такое, что персонаж перезаряжается, и все, что у него оставалось, выкинул из обоймы. Это очень сложно, неприятно. Че? Отвратительно. Так, блин, какая здесь резкость? Это я говорю, резкость уже понизила, но все равно слишком резкая мышка. А там что? Ну, конечно, непривычно, что он бегать не может. С одной стороны, это, видимо, конечно, хорошо, это значит, что не будет диких, быстрых врагов, от которых надо будет убегать. Наверное. Поехали! Где-то там укрепим здоровье. Есть очень высокое разрешение. Это тот же мужик. А можем мухнуть так? Круто, а еще можем? Все, у меня деньги кончились, видимо. Или он вместе со стаканом ее спорол. Если второе, мужик, это было прометчиво с твоей стороны. Так, ключи... Блядь! Ключи мне нужны, блядь, другая машина. Вот это. Ой, какая блескучая машинка. Ага. Имас.
Бам-б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 ам. Да. Ты не... Слышь, ты хуило ожог. Блять, открой дверь. Так, сейчас сначала всех убьем, потом будем записки читать. Это хрюкало, там еще третий есть. Нет, все. Капец. Так. Во-первых, аптечка. Аптечка. Машину я оставил у главного входа. Ключи заберешь в кабинете на столе. Немного барахлит двигатель, но малышка еще неплохо тянет. Удачных выходных. Алексей, почему подписи не читает? Дай ключ. Fuck this shit, I'm leaving. Не, пацаны, не-не-не, все нахуй. Зачем? Вот, вот такая вот игруха. А какая-то очень своеобразная, какая-то еле-еле ползающая и прочее. Все, вот это был единственный уровень, дальше ничего не проходил. И, насколько я понимаю, она довольно быстрая. То есть она недолго проходится. Ну я хотел Клайв Баркер с Джериха. Вашу мамашу. Колхоз. Просто колхоз. Без номера, без имени, просто колхоз. Граната из постела взорвалась где-то сзади. Я, блядь, слышал. Мужик! Хорош, у тебя был дробышек, я видел. Ну, его стволка. Важно, короче, хочу у тебя забрать что-то. Так, сохраняемся. Ты тоже будешь героем. Люди. А вы-то здесь откуда, Хотя мы уже с психушки сбежали. Из больнички, в смысле. Я же вроде не в психушке, просто в больнице лежал. Нет? Окей. Фу, ты, блин, там текстуры полетели, это отражение. Все нормально. Тогда все нормально, наоборот, все хорошо. Так, это мне туда. Я уже вижу, туда можно пройти, значит, скорее всего, мне туда и надо. Да что ж так нас-то? Чешется. Прекрати. Не надо. Так, ладно. Ну да, здесь, видимо, больше ничего нет. Ключик такой сразу. А Байошоки напоминает. Хотя он очень аутентичный ключ. Ниоткуда не спертый. Это хороший советский ключ. Ой, прошу прощения. Так, мне пар дел. Ой, блядь. Дедуля, отдай дробовик, тебе не надо. Ты поранишься. Ебать, серьезно, пошел нахуй. Я думал, это прицелится. Угу. А это из двух стволов сразу засадить. Ладно, окей. А теперь будем полчаса ждать, пока игра загрузится. Ну, не быстрая, ну что делать? Хоть комп не греется. Ну, позволяет компьютер, да, я понимаю, тянуть на максималку, конечно, но... Я не помню, какого года игра. Ну, вы по графике можете сами увидеть, что она не очень такая новая. Дедуль! Давай! Дедуль! Не трать мои патроны, дедуль. Спасибо. Ты будешь двустволку забирать, блядь? Да, пар мне делает бубу. Блядь,
А ёпт. Короче, все местные превратились вот, вот в это. 33. Ну хоть это двустволка на тройке, как полагается. Вот здесь вот он. Блять! Нихуя себе, здесь прострел через эти есть? Да, слушайте, походу есть. Сейчас, мужик, погоди, сейчас спущу. Сейчас, сейчас я уже... Говна кусок, а? Ладно. Я чё за нахер? Ручку раз. Ух ты, ёба. Окей. Но аптечек здесь хватает. Это меня прямо радует. Что игра такая чудная. А, вот. Ай, бля! Он сам берет, то приходится помогать. С курицами в последнее время что-то не то творится. Слишком быстро вес набирают. Растут прямо не по дням, а по часам. Может, это в корме добавки какие-то? Здесь без акцента. Ох, я, кажется, знаю, кто сейчас будет. Будет giant fucking chicken. I'm a motherfucking chicken. Chicken. I'm a motherfucking chicken. Chicken. Давайте. Так, а... Угу. Это курица такой распиздос нанесла, да? Вау! Оп! Оп! О, вот, вот, вот это уже пошло, уже пошли эти потуги в хоррор! О, даже так, ебать тебя в сорокота! Можно я серп заберу? Нет? А. Гораздо круче, когда под бодрый рок все это дело. Мать, вставай, давай. Мне говорят, ты тоже должен. Ну ладно. А ты... А, те, кто с серпом встают, да? Да. Буск! Так, вот куда мне теперь? Вот, вот, вот это вот, вот самое то, вот серьезно. Вот это уже намного бодрее. Так, всем, всем стоять, трамвай приезжаться вправо. Ебать вы тухлые. Серпы сдаем, блядь, все, рабочий сейчас день закончен. Я еще запишу. 34-56. Она такая с выбитым глазом, прям классно получилось. Ну давай, давай, запилуй дальше. Тебя отсюда, собака. Иди. Как хорошо, он очень быстро перезаряжается. Ну, по крайней мере, эту стволку. Пам пау 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 п
Пока такая более прокачанная, скажем так, и порусевшая версия The Dark Apes The Fate of Devolution. Так, кто с серпами? Вставай. Давай. Ой, да хуя, а! Пачки. Вот здесь плохо, что нету шифта-то. Вот видите, все можем проседать. Какого хуя, пойди разбери. Не вывозит видеокарта, не вывозит, очень много врагов. Где отсюда? Где отсюда, говорю? То, что так на сердце чешется, капец, ну начинается, ну ёлы-палы, что-то у нас, 36 минут. Все? Окей. F5. Ёптёр мать! Не, вот 38 уже набрал. Здесь уже больше 35 можно набирать, это хорошо. У меня этот кажется, в любом случае, естественно, туда. Это уже более такая привлекательная штука. Надо сходить сюда сначала. Во. Есть что? Давай. Шифта прям не хватает. Они набегают. А, ну, вот реально, какая-то здесь хрень такая прилипла. А мой товарищ ничего сделать не может. Я у мамы дурачок, как говорится. Ладно, все, понял, слезь, блядь! Ёб твою мать, какой же ты кривоногий. Говорят, что в армии служил. Ну как ты мог вообще на каком-то объекте что-то охранять? Ты же, во-первых, еле ходишь, во-вторых, прыгаешь, как крахитон какой-то. Так. Патрончики. Если бы, кстати, очень к темам была такая озвучка. Кто не знает, чекайте В. и Ленин «Первая кровь» ролик. На канале есть. Че? Ух ты, говна, кусок! Хрюндель. Па-па-па-па-ма-па-ма-па-ма-па-ма. Прям Макс Пейн пошел какой-то. Патроны-то есть, они нужны? И чё я сюда пришел? Так, наверное, открыть юг. Отличка? Она мне сейчас не нужна. Пардон. Теперь да, возьмем. Зря про куриц мне писали. Ща, погодите. Ща я осмотрюсь сначала. Наверняка что не замыкали, да? Что, даже не рокет лаунчера никакого, ничего нету? Просто бесполезное помещение. I'm disappointed! Ну нахуя аптечка, правда. И вот вопросчики дробышку. Ну давай, пойдем куриц, пошли в размен. Булцк! 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 Вот пистолет он долго перезаряжает. В лучших традициях Dark Age как раз. Ебать, куры какие они стали. Да я упал. Ладно, буду себе чесать нос. Это тоже своего рода, можно сказать, фишка канала.
одна из. Окей, будем сразу из двух стволов. Цыпа-цыпа. Чип-чип-чип-чип. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип. Just little chicken. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип. Не, ну если они их спиртом поили, я, блядь, я не удивляюсь, что они такие озверевшие. Знаете, вот этих тварей спиртом, блин, кормить вместо еды. Они же бутылки со спиртом валяются. Да ладно, еще и текст даже есть. Тара-та-там, даун-даун-даун, тара-та-та. Ой-ой-ой, ой-ой-ой, извините. Извините, пожалуйста, ваше косое величество. Сейчас я вас убью. Спасибо. У него прям рэгдолл, смотрите, все дела. Менее как косячным, конечно, это, косым, точнее, этот мужик, конечно же, от этого не стал. Зато рэгдолл. О! Заходи, давай, заходи же! Давай, захожу. Заходи, давай, заходи же! Да захожу же! Заходи, давай, заходи же! В благородство играть не будешь, да? Здорово ты, Ехвы! Здорово беда тебе! Беда из города пришла. Да, точно тебе говорю, там причина. Ты видел, что творится? Видел? Это они виноваты. Мудрецы! Добраться бы до начальства ихнего, до совета городского. Уж они-то бы сказали, что нам теперь делать. В горсовете. Да. А, тебе надо добраться до горсовета. Элеватор. Это единственная дорога отсюда. Вот тебе ключ. Во дворе есть дверь. Через нее, через подвал и коллектор попадешь к элеватору. Там будет поезд. Только на нем ты сможешь добраться в город. Это прекрасно. Помоги. Ты сможешь! Торопись! Господи, это прекрасно! А можно заметочку? Нет, это просто такая хуйня. Это было настолько велико. Серьезно, на что залезть нельзя? Ну, газета же! Ладно. Это было настолько переигрывающе. Ну, надеюсь, это... А хотя у меня под камерой тогда, если справа, там ключи появятся. Ну, это все бесполезно, по сути, херня, на самом деле. Ключи сохранена, не сохранена. Ладно, ссылка на плейлист будет в описании. Я говорю, это будет целое прохождение, ну, в смысле, полное. Вот, поэтому ссылка на плейлист в описании. Подписывайтесь на канал, вступайте в группу. Подписывайтесь на канал по обзорам фильмов, на канал автора музыкальной темы, на канал душевные игры, Роза Процесс и Капов Крип. Щелкайте на колокольчик, чтобы приходили уведомления о новых роликах. И рассмотрите возможность поддержать канал материально. Ссылки на все реквизиты есть в описании к каждому видео. Всем всего доброго, играйте в хорошие игры. Всем пока.